А еще видал, как на Москве, у Кремля, колокольню возводят, большущую. А рядом на дворе трупы. Царь Борис повелел их вокруг колокольни наподобие венца поскладывать. Ах ты ж, Господи, страсть какая, зачем же это? А вот ежели колокольня пересилит, значит, Бог не отвернулся. А ежели трупы выше колокольни встанут, вот тут и Русь кончится. Да как же это она кончится? Бусурманы придут, русских перебьют. Кого мечом, кого измором, а кто сам с голодухи. Люди говорят, за Годуна это, за неправедного царя. Пока сыты были, люб он вам был. А как животы подвело, так и разлюбили. Чё врёшь? Неправедный он. Где это видано, чтоб царь не царских кровей? Не по-божески это. Вот Господь и гневается. А я слыхал, что кровный царь на Руси объявился. Придет время, он сядет на трон. Будете ли любить его? О ком толкуешь-то? Царевич Дмитрий. Жив-живёхонек. Спас его от смерти честный человек. Злодеи в Углич Бориской присланы. Умертвили сына Иерейского. Зело на Дмитрия похожего. А самого царевича укрыли люди добрые. Дьяки Щелкаловы. По наказу царя Иоанна, данного им перед смертью на сей случай. И где же он сейчас? Тут, между вами. Уж не ты ли и есть тот царевич? Знаете, сяду царем на Москве. А сдается мне, не царевич ты. А пес сыскной! А ну, бейте его, православные! Бей его! Бей! Он царя нашего батюшку продал! А бунт стоит, побивает!